Запрещено один из запретных видов торговли. Это когда один перебивает торговлю другого. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, сказал: «Ля ябиа ба'дукум аля бей'а ба'д». Пусть один из вас не перебивает торговлю другим. Раваху аль-Бухари у Муслим. То есть, когда люди договорились, например, о какой-то цене, все, там руки пожали, и подходит другой: «Зачем ты у него покупаешь? Пойдем ко мне, у меня этот же товар, я тебе подешевле». Вот такой вид запрещен. Нельзя продавать. Также хитба. «Ля хитбата аля хитбати ахик». То есть, если человек просватал девушку, другой уже не может идти свататься к ней, расторгать сватовство этого человека. Это харам. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, запретил наджж. Это ни с чего завышать цену на товар. Пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал: «Ла тахасаду, ва ла танаджашу, ва ла табагаду, ва ла тадабару, ва ла ябиа ба'дукум аля бей'а ба'д». وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دامه وماله وعرضه. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, сказал: не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цены, откажитесь от взаимной ненависти. Не поворачивайтесь друг к другу спиной и будьте братьями. О рабы Аллаха, мусульманин мусульманину брат, и не должен он притеснять его, оставлять без поддержки или относиться к нему с презрением. А богобоязненность вот здесь, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, трижды указал рукой на грудь, после чего сказал: достаточно зла совершает человек, который презирает своего брата в исламе. Для каждого мусульманина должны быть неприкосновенны жизнь, честь и имущество другого мусульманина. Аллаху муслим.